В Афганистане Талибан объявили войну ИГИЛ. В заявлении Талибан говорится, что ИГИЛ – это группа современных вероотступников. Талибан призывает всех своих сторонников впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за маджахедов. Афганское радикальное движение Талибан объявило войну террористическому исламскому государству. Об этом сообщают афганские СМИ в субботу, 31 марта, со ссылкой на заявление талибов. В заявлении Талибан говорится, что ИГИЛ – это группа современных хариджитов, вероотступников, жестоких безбожников и наемников. Сеет рознь и вражду. Пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию ислам перед миром. В заявлении также отмечается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ уезда Дарзаб в провинции Джоузджан, где группа хариджитов пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшее преступление, обезглавила 20 пленных маджахедов. Талибан призывает всех своих сторонников впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за маджахедов, говорится в сообщении. Ранее Талибан призвал США начать мирные переговоры. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.